Этой ночью вооруженные силы Украины обстреляли позиции ополченцев Донецкой Народной Республики в районе населенного пункта Спартак. Также в зону обстрела попали Жабичево, Веселая, Горловка и Новомарьевка. Об этом сообщили в Минобороне самопровозглашенной республики. Огонь велся из минометов, артиллерийских установок и танковых орудий. Кроме того, украинская сторона применила автоматические гранатометы, стрелковое оружие и противотанковые управляемые ракеты. Эти действия в ДНР уже назвали провокацией, отметив, что ополченцы, тем не менее, соблюдают договоренности о перемирии и не открывают ответный огонь.